Телеканал Великая Россия Обычно пророк, да благословит его Аллах и приветствует, купался или совершал полное омовение, расходуя на это от одного са до пяти муддов воды. На частичное же омовение он обычно расходовал один муд воды. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوضا بالمد